Бубочка, дзанзара, гринжолы, кулема, мэй, чигири, капцы, бордиольник. Все это наши приднестровские слова, и приезжим иногда нас трудно понять. И в том числе специально для них появился приднестровский разговорник. Писательница Екатерина Булипопова все собрала, а художница Александра Новак придала форму каждому слову. Так выглядит приднестровский разговорник. Здесь все слова, которые мы слышим каждый день. От географических названий, еды, одежды до культовых «шо» и «мэй». «Мэй». Извините, но этим словом можно описать вообще всю палитру жизненных переживаний. Зависит от интонации. Да, зависит от интонации, от выражения лица. То есть это может быть «мэй», крайняя степень восторга, а может быть «мэй» — это просто презрение. В разговорнике около 250 слов. Все распределили по разделам. И в каждом есть примеры диалогов на местном диалекте с переводом на русскую литературную речь. В январе 23-го года во мне поселилась идея о том, что пора бы собрать все вот это вот как-то в кучу. Такая она была очень смутная, но вот слово «разговорник» уже было. Я опубликовала пост в своем рабочем блоге в «Артпоходе» в Инстаграм с просьбой к приднестровцам поделиться словечками, которые вот здесь произносят, а в других каких-то регионах их не услышишь. И понеслось. Мы знатно повеселились в комментариях и набрали порядка 250 слов и выражений, которые имеют хождение здесь, в Приднестровье. Приднестровский разговорник – это еще одно доказательство. Приднестровье – это настоящий коктейль культуры и языков, в котором смешались слова русского, молдавского, украинского, болгарского, турецкого и иврита. Красок всему этому филологическому безумию добавила Александра Новак, художница из Рыбницы. Моя любимая – это кулема, потому что это настолько абстрактное какое-то понятие. Когда мы говорим кулема, люди в нашем регионе точно знают, как она выглядит, как она чувствуется, ощущается. Но как ее изобразить – это было, конечно, загадкой. Александра кулему видит так. Каждому разговорнику прилагаются еще и стикеры для ноутбуков и телефонов. Книгу издали тиражом 100 экземпляров. Если пойдет, напечатают еще. Купить приднестровский разговорник можно в книжном магазине «Ликрис».